ВОЗ одобрила первую вакцину против оспы обезьян. Ее включили в официальный список лекарств для нераспространения заболевания в странах Африки. Об этом сообщается на сайте организации. Препарат разработала фармацевтическая компания Дании. Его можно вводить инфицированным старше 18 лет. А для младенцев, детей младшего возраста беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом вакцина может использоваться только в потенциально опасных случаях. ВОЗ рекомендует прививаться 2 раза с интервалом в 4 недели. При такой дозе эффективность лекарства составляет 82%. Это первая предварительная квалификация вакцины против оспы. Является важным шагом в нашей борьбе с этим заболеванием. Как в контексте нынешних вспышек в Африке, так и в будущем. В настоящее время нам необходимо в срочном порядке расширить масштабы закупок, пожертвований и внедрения, чтобы обеспечить справедливый доступ к вакцинам там, где они больше всего необходимы. Напомню, в августе ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян в Африке. В регионе с начала года зарегистрировано больше 25 тысяч случаев заболевания и 723 летальных исхода. Инфекцию выявили в ряде других стран, в том числе в Швеции, в Таиланде, Пакистане и Индонезии.